Всем привет! Сегодня хотел бы обратиться к подписчикам моего канала или, может быть, к людям, которые смотрят мой канал, но не подписаны. Ну, в общем, ко всем, кто сможет помочь. Дело в том, что в последнее время количество заказов очень здорово увеличилось. Это не может не радовать меня. И в данный момент, как бы, я не имею возможности взять помощника. Во-первых, нету помещения и так далее, и так далее, и так далее. И вот в лице помощника я бы хотел купить вот такое вот приспособление. То есть это ЧПУ-станок фрезерный китайского производства. Обычно их очень много на Алиэкспрессе. Ценник порядка где-то около от 1300 до 1500 с пересылом в Россию. И вот, в принципе, какие у меня вопросы. Вопросы следующие. Может быть, кто-то сталкивался с такой аппаратурой? Вообще сложно на ней работать? Не сложно. Я, по сути, сам по образованию наладчик станков с ЧПУ, манипуляторов и роботов. Просто это было, дай бог мне памяти, в 94-95 году. И уже как бы технологии сильно изменились. В то время я проходил практику на Уфимском моторостроительном заводе, УМПО так называемом. И там мы работали на станках ЧПУ, но это была простая электроника. И там программирование было совсем другое. Здесь я смотрю, здесь программы какие-то МАК-3 есть, или МАЧ-3, как она правильно называется. Насколько она сложная в работе, может быть, кто-то действительно занимается этим. Потом вопрос следующий. Есть ли смысл в приобретении вместе со станком, то есть вот этой части? Естественно, она здорово по деньгам как бы увеличивает стоимость вот этой приспособы. То есть в этом патроне можно обрабатывать цилиндрические какие-то детали, то есть при помощи фрезы. Или, может быть, этот момент как бы не так нужен на этом станочке. Вообще, насколько они хороши, насколько плохи, то есть все мнения учитываются также. Вот как бы что еще хотелось бы знать, если кто в курсе, там какой нужен компьютер для этой штуковины, или пойдет обычный ноутбук, то есть что будет управлять, на чем эта программа будет работать. Для чего он мне нужен? Ну, во-первых, чтобы мне освободить руки на изготовление, во-первых, заготовок. Но в первую очередь он нужен скорее для повышения качества изготовления самих заготовок, то есть обработка контура, разметка отверстий и так далее, и так далее, чтобы детали получались абсолютно точными. То есть от этого выиграют все, то есть и как бы и заказчики получать более качественные изделия. Вот, а остальную всю обработку, то есть что-то художественное и так далее, это я все собираюсь сделать своими руками, так и дальше, как и делал до этого. Просто, в данный момент нужной суммы я не располагаю, как бы мне придется деньги эти занять, чтобы приобрести эту приспособу. И хотелось бы знать точно, стоит ли вкладываться в это, или, может быть, есть какие-то аналоги, которые очень схожи с этим оборудованием. То есть, в принципе, критерии какие, чтобы он был небольшой и чтобы мог обрабатывать, грубо говоря, G10, самый основной материал, с которым я работаю. Вот. Так что жду комментариев, пишите на почту. Большая просьба в личку на YouTube не писать, я там практически не бываю, захожу очень редко туда, то есть все письма желательно, или же ответы в комментариях, или же мне на почту. Почта моя всегда указана под видео в описании, под любым видео. Вот, в принципе, все. Всем спасибо за внимание, заранее спасибо огромное за помощь. Всем всего хорошего, до новых встреч, пока.